штатном режиме продолжает работать барнаульский спорткомплекс «Темп». В нем запретили проводить только массовые мероприятия. Об этом сообщил генеральный директор «Темпа» Павел Николаев. Напомним, 22 июня за 20 часов до концерта дискотеки 90-х в здании запретили проводить массовые мероприятия по решению железнодорожного районного суда. Концерты перенесли на сентябрь. Запрет на проведение мероприятий будет действовать в «Темпе», пока здания не приведут в соответствии с функциональным назначением.